Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня, как это ни странно, у меня снова закупка в магазине «Лента». Я уже сюда приехала, и как вы сейчас видели, у нас в Питере снег. Я, конечно, снег люблю, я люблю, когда так заснежено, но для меня есть много минусов. Первый – надо чистить машину. Второй – это то, что машину заносят на снегу. Ну, не всегда, конечно, да, в зависимости от того, как рулить, вот, но все же риск такой есть. И третье, это то, что приходится по шоссе ехать со скоростью 60 км в час. Я сейчас ехала со скоростью 60 км в час. Говорят, у нас не убирают дороги. Я такого еще не видела. Блин, три трактора, пока я ехала, три трактора. Ну, это кошмар. Я не знаю, когда их не убирают, но когда езжу я, убирают дороги всегда. И из-за этого, конечно же, образуются пробки, и из-за этого ты плетешься, как черепаха. По шоссе 60 км в час – это убийство. Вот. Но сейчас я иду в магазин «Лента». В этот магазин меня отправили мои домашние. Во-первых, сегодня скидка на сыр 30%, и меня попросили купить какой-нибудь вкусный сыр. Это первое. А во-вторых, дети меня попросили купить еще игрушек различных, ну, там, для украшения елочных. А мама у меня все переживает, что я не куплю ей всякого-якого для студня, то есть мясо. У меня мама варит студень без желатина, то есть вот такой вот настоящий студень, скажем так. И мы его варим такой, где много мяса и мало желе, потому что у меня... Ну, как-то вот так вот нам больше нравится, вкуснее. То есть он такой мясной-мясной получается. И на нескольких видов мяса мама варит. Естественно, там есть вот эта нога свиная, которая дает вот эту клейкость. В общем, если вам интересно рецепт студня маминого, обязательно напишите. И мама варит перед Новым годом, и мы обязательно с ней заснимем рецепт студня. Вот, ну а сейчас я пойду, буду... искать все по списку, в общем. Итак, вот такая большая у меня закупка получилась. Скажу сразу, все это обошлось мне в 10 тысяч. Ну и давайте начнем отсюда. Как всегда, соки. Взяла еще, кстати, вот такой попробовать. А-ля Глинтвейн, так и написано. Безалкогольный, не знаю, может быть вкусный. Два яблочных и вот такое яблоко, вишня, черноплодная рябина. Три десятка яиц, масло вот такую большую бадью была, она была там что-то вроде со скидкой. Вот такой сок, у меня любит его муж. Вот такой с витамином С. Дальше, наконец-то я увидела вот этот вот гель, который мне очень нравится. Такой он был со вкусом, с ароматом банана, гель пенка. Ну, я понюхала, кстати, очень вкусно пахнет, так что купила. Дальше купила... вот такое мне нравится средство для стирки. Это лентовское для цветного белья. Потом вот такую новинку я раньше не видела у них для... В общем, он пятновыводитель для белого белья, еще и отбеливает. У меня носят белые рубашки муж, и
с ног. Поэтому попробую на них. И вот этот вот я покупала в прошлый раз. Мне очень понравился вот этот кондиционер лентовский. Он недорогой. Туалетная бумага, большая упаковка. Дальше вот здесь вот купила корм для котов. И вот эту крупу, это я купила для вот этого создания. Перловку, пшеничку, ячневую. Так, чек потом покажу. Дальше здесь картошка, лук и фрукты. Груши, мандарины. Я очень люблю вот такие мандарины. Они в ленте намешаны вместе с маленькими, мелкими мандаринчиками. Но вот эти очень сладкие. Я их очень люблю. Единственное, что у них много кожуры и мало мякоти внутри. Ну, то есть они такие. И они были со скидкой, но они, по-моему, еще меньше стоили. То есть не 74, а вроде бы 59. Но это в чеке потом видно будет. Дальше вот такие помидоры на веточке. Яблоки. Я, кстати, очень люблю вот эти головес яблоки. Они очень вкусные. Бананы. Дальше два огурца взяла. Взяла вот такие упаковки, потому что которые на развес, они что-то были все мягкие такие, знаете, наверное, мороженые, я так подумала. Купила один гранат. Потому что это в основном только я и сынок мой ест. И купила вот такие еще консервы. Я очень люблю их. Я и мама. Персики в сиропе лентовские. Очень вкусные, кстати. И груши. Вот груши вообще очень-очень вкусные. Они, кстати, по составу очень неплохие. То есть, видите, здесь груши половинки, вода, сахар и лимонная кислота. То есть, нету ничего такого. А здесь тоже вода питьевая и фруктозный сироп. Лимонная кислота. То есть, по составу неплохие и стоят недорого. И, кстати, очень-очень вкусные вот эти вот. Рекомендую. Купила пельмени. И вареники с картошкой. Ну, это так, на всякий случай у нас. Сосиски. И купила кольца кальмаров. Вообще, у меня муж очень любит кольца кальмаров. Панировки я делаю, жарю их. Но не было тушки, то есть ни свежие, ни замороженные. Были только вот такие кольца. Я купила, ну, немножечко пожарю. Вообще, кстати, люблю почему-то покупать тушку и сама ее делаю. Так, дальше здесь. Так, купила язык говяжий. Это к новогоднему столу уже я купила. Он был, ну, замороженный, и он стоил что-то 500 с чем-то рублей за килограмм. Кило 200, вот такой небольшой. Но язык люблю, на самом деле, я и мама. У меня мужчины как-то не очень его едят. К студню купила ногу свиную. И к студню это и все, что я пока купила, но потом буду, в общем, ездить еще покупать, потому что нужна будет индейка, говядина и что-то еще мама просила. Купила вот фарш домашний, две упаковки куриных грудок, это на наггетсы детям, и вот такой кусочек свинины купила, корейку. Так. Пельмешки показывала. Дальше купила фасоль вот такую. У меня мама иногда с овощами очень вкусно делает. Дальше вот всякие у меня печенюшки. Вот такие крекеры. Вафельки купила. Потом вот такие батончики. Вот эти вот, кстати, они очень вкусные. Мне нравятся больше вот с белым шоколадом. Ребенку моему нравятся вот такие. А муж любит вот такие. Вот такие. Но они, кстати, очень такие прикольненькие на перекус. Отличный вариант. Дальше купила вот такие конфетки. Это у меня обожает их муж. С мягкой карамелью. Вот такие они как, что там, Баунти? Нет, не Баунти, как Сникерс. Что-то в этом духе. Здесь я купила вот такой сок. Это брать ребенку с собой. Ну, он иногда берет в школу, иногда просто воду. Иногда вот такие я ему даю. Здесь печеньки вот такие взяла. Как эти? Ну, орешки, да? Панировочные сухари. Вот эти лентовские я всегда беру. Дальше. Хлеб вот такой. Это мой любимый. Я его просто обожаю. Сушки маленькие. Масло. Вот это масло, кстати, очень вкусное. Вкуснотеево. Мне оно очень нравится. Я уже говорила, мы половинку кладем сразу в масленку, а половинку я
морозильник убираю. Купила вот такой чай, у нас же теперь чайник есть заварочный, поэтому у меня мама любит именно вот этот вот, который есть, вот именно с таким рисунком, он очень вкусный. И всякие с добавками чаи уже поднадоели, поэтому купила обычный чай. Значит, купила вот такие хлебцы, первый раз увидела вот такие с апельсином и мятой, попробовать взяла, а вот эти меня любят дети. Дальше купила любимую, ну, я не знаю, много, наверное, кто любит вот эту халву в шоколадной глазури. Это вообще, я не знаю, хит, наверное. Так, дальше купила вот такой хлеб. Кстати, у нас в ленте, которая вот, в которую я езжу, хлеб, который пекут они сами, был очень маленький выбор. А тут я зашла, у них там прям надпись такая, что посмотрите, вот новинки всякие. И вот взяла, напробовала вот такой хлебушек. Это у нас заварной, солодовый какой-то или... В общем, такой заварной 400 грамм. Получается за 41 рубль. Ну, попробуем. Вот такую булочку взяла тоже на пробу. Она была прям горячая там. Это вот такая балтийская с сыром. Вот это вот просто любимейшая лепешка моего мужа и вообще, ну, она очень вкусная, я ее тоже с удовольствием ем. Она, ну, как бы дорогая, да, такая с сыром. Вот называется сырная лепешка. Кто подписан на меня в Инстаграм, часто она у меня мелькает, что я ей кусочек жую. И, как я уже говорила, там были скидки на сыр 30%, и я, конечно же, прошлась по сырам. Именно поэтому у меня и такой дорогой чек оказался. Купила вот такой сыр, я его обожаю. Очень он вкусненький. Также купила свой любимый, правда, маленький кусочек сыр с плесенью, который на самом деле дорогущий, но я его просто обожаю. Вот он сколько стоит. Синегория с голубой плесенью. Он очень-очень вкусный. И еще вот такой маленький кусочек купила. Мне кажется, я такой не пробовала. Сырок тоже попробуем. Так что у меня сегодня на ужин будет сыр. Вот этот сыр очень вкусный, ореховый. Я очень рекомендую его попробовать. Здесь грецкий орех внутри. Вроде бы грецкий, сейчас посмотрю. Ореховый с чем-то там. Но, по-моему, здесь грецкий орех на самом деле находится внутри. Он очень-очень вкусный, такой немножко горьковатый. Я прям рекомендую вот этот сыр. Так, и вот этот вот тоже Маздам. Купила сыр. И вот такой у меня любит муж. Как это? Аланталь какой-то. Вот. И себе я купила зубную щетку. Мне надо поменять. Бритвы для мужа купила. Купила две вот такие масочки корейские. Появились они в продаже. Появились они в продаже в ленте. Я до этого их не видела. Стоят они 99, что ли, рублей за одну штучку. Вот такие две. Ну, попробую. Кстати, масок чистой линии там больше нету. Вот таких масок, тряпочек. И вот эти, которые очищающие, такие, которые пенятся, их тоже больше в ленте нету. Поэтому взяла вот эти две попробовать. И взяла блисток. Я никогда не пробовала блисток. Он был один-единственный, остался. И вот взяла, думаю, надо попробовать. Он еще был со скидкой. Думаю, ну тогда точно надо брать. Потом попробую, расскажу, понравился или нет. Но все же его хвалят сейчас на Ютубе, поэтому я решила не отставать, а тоже попробовать. И зубную щетку себе вот такую. Я очень люблю именно вот эту зубную щетку, вот такую черную, от Сплат. Она мне очень-очень нравится. Вот, а мужчинам моим пока не нужны зубные щетки. Так что вот такая вот у меня была покупка. И сейчас покажу чек. Ну, кому надо, нажмите на стоп, посмотрите цены. Вот такие. И вот сумма. 10103 рубля. И вот, кстати, язык говяжий обошелся мне в 677 рублей. То есть, видите, скидка какая. Поэтому я его и взяла.
Так что вот такие вот у меня были покупки. Сумма достаточно большая, но бывает. Вот, я надеюсь, вам понравилось такое видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, оставляйте свои комментарии. Не забудьте написать, нужен ли вам рецепт того, как моя мама делает студень. И всех люблю, целую и до новых встреч!